Десятки лет жители деревни Овцино просили о новом асфальте. Сейчас они не могут нарадоваться. Мечта сбылась. Люди с ужасом вспоминают, какой была прежняя дорога. Она вся была в ямах. Выбита вся была. Засыпали крошкой. И сами тут жильцы, кто чем мог, равняли эти ямки. Вот. И такая грязь всегда была. Вот как только пройдет машина, пыль невозможно. Находимся в деревне, дышать нечем. В мае с жалобами на разбитый асфальт в самом центре деревни жители обратились к председателю областного заксобрания Ольге Хохловой. Проблемы решали сообща. Здесь, наверное, такой вот коллаборация заявителей, жителей населенного пункта, депутатов законодательного собрания и исполнительной власти. Уже через 3 месяца после обращения улицу украсило новое дорожное полотно. Работу сдали раньше срока. Ремонт автодороги по улице центральной деревни Овцино осуществлялся в рамках государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области». Протяженность составила 1300 метров, километр 300. Цена контракта 7 800 000 рублей. Сейчас местные подумывают об участии в конкурсе «Самая красивая деревня». На вырученные деньги они планируют дальше благоустраивать свой населенный пункт. Софья Сидорова, Марина Елькина и Максим Гогин.